Дорогие друзья, конкурсную программу сегодня оценивает уважаемое и компетентное жюри. Разрешите вам представить председатель жюри, преподаватель Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповича Анна Владимировна Борщевская. Члены нашего жюри, лауреат всероссийских и международных конкурсов, артистка Государственного Оренбургского русского народного хора, хормейстер детской студии народного искусства «Забава» Марина Викторовна Нестеренко, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка концертного русского оркестра «Оренбуржья», хормейстер народного вокального ансамбля «Душа», Центра культуры поселка Пригородный и народного хора «Оренбургские узоры», Центра культуры поселка Караванный, Лариса Васильевна Асабина. Ваши аплодисменты уважаемому жюри. Ну что ж, вам сегодня, я думаю, предстоит нелегкая работа. Сегодня очень много талантливых артистов выйдет на эту сцену. Льется песня широкая, вольная, над просторами уральских берегов. О тебе, Оренбуржье раздольное, и о славе уральских казаков. Ну что ж, друзья, мы начинаем 4-й областной фестиваль-конкурс казачьей песни «Славьтесь, казаки!» Но прежде чем начать нашу конкурсную программу, позвольте, я приглашу сюда на нашу сцену. Она ростом-то вышла, но возрастом еще молода. Итак, друзья, для вас поет Александра Егименко. «Комарики, комарочки мои!» Под ваши аплодисменты. Тебе диплом участника солистской детской студии народного искусства «Забава» Александра Якименко. Ваши аплодисменты.